Рейдовые мероприятия по выявлению точек продажи алкогольной продукции проводятся во всех районах курорта. В составе мобильных групп сотрудники правоохранительных органов и представители администрации. Так, в магазине одной из новостроек на Полтавской проверяющие обнаружили десятки бутылок алкогольной продукции. Водка, коньяк, шампанское – все без ценников и документов. Такой же ассортимент и в холодильнике. Документов на торговлю в момент проверки в магазине не оказалось. Хозяину не дозвонились, у продавца только загранпаспорт. Проверяющие составили протокол изъятия продукции. Спиртного здесь было обнаружено 58 литров. Всего же с начала операции «Курорт» составлено 94 административных протокола за реализацию без лицензии, нарушение правил розничной продажи и реализацию товара, ограниченного в обороте. Изъято 2340 литров алкоголя, 730 конфисковано по решению суда.